Ну что же, чатик, привет. Как твои дела? Соскучился ли ты по мне со вчерашнего дня? Как прошел твой день? Что происходит в твоей жизни? Как вообще дела в целом в окружающем тебя пространстве? Все это ты можешь написать в чате прямо сейчас. Я все равно это не прочитаю, но тем не менее, здравствуй, ты на игровом канале Блэка. Это очередной стрим, на котором мы с вами будем играть во всякие странные игры, но это новые игры, поэтому, ну, среди них есть и полно старых, поэтому какая разница? Короче, просто не забивайте себе голову и отдыхайте, как и я. Здравствуйте. И, короче, сейчас я на кресле уеду обратно. Если я напоминаю этого директора полицейской академии, который там, типа, внизу ногами перебирал, короче, чтобы стул хорошо выглядел. Короче, ты, блин, сядь тоже удобно. Короче, этот... игры, говорю, играть сегодня будем. Вот, для начала я честно скажу, я даже не этот, не пытайтесь осознать, я просто хочу еще поиграть немного в Radical Heights. Мне что-то, игра херовая, поймите меня правильно, мне просто в ней интересно играть. Буквально пару-тройку каток, хорошо? А потом будем смотреть всякие другие игры, новые, старые. Игры, которые прислали разработчики, игры, которые просили вы. Я рекомендую вам попробовать эту игру, это лучшая игра в жанре Battle. В жанре Battle Royale на данный момент. И здесь, когда ты запускаешь ее, в принципе, ты сразу понимаешь, что здесь никаких шуток быть не может. Здесь все по-взрослому. Я даже не знаю, зачем я рекламирую эту игру сейчас. Серьезно. Одно но, когда вы играете в эту игру, у вас может случиться эпилептический припадок, и вы можете расколотить, скажем, свой монитор. Но, как говорится, ради игр, в принципе, нужно покупать несколько мониторов, иначе ты не пацан. И, собственно, если девушки сейчас смотрят меня, то знайте, ты не пацан. Ты девушка. Вот. Я не знаю, что еще сказать, на самом деле. Я не знаю, почему я тупо запускаю эту игру. Она реально херовая. То есть, она не выглядит как что-то, из чего может получиться что-то годное, даже если она выйдет из раннего доступа. Это ранний-ранний доступ, и тут ни хера нету, короче, никакой детализации, ничего. Но она выглядит так, что тут, в принципе, перспектив даже нет никаких. Это тупо труп игры, они выпустили труп игры. А я сейчас, по сути, занимаюсь некрофилией. Но, как я уже вчера говорил, мне это нравится. Блин, зачем я это вообще сказал? А им в этой игре просто охереть, на самом деле. Не то, что охереть, он просто какой-то пипец какой странный. Я себя чувствую глупым, когда я стреляю в этой игре. Разведка к какому-нибудь Saints Row. What? Сука. Так, все, хватит играть в эту игру. Не идет это говно, короче, сегодня. Идет, но не в ту сторону. Вы видели, чтобы говно шло не в ту сторону? Вот сейчас вы видели вот это вот. Тут паркур прикольный. Ты видел сейчас паркур? Это паркур, по-твоему, да? Да подожди ты с минетом. Подожди, ну, в смысле, если кто сейчас, типа, не был на вчерашнем стриме, то это звучало немного странно. Боже, что я ляпнул только что? Как ИИ может так удивительно походить на человека? Но ведь знаете, у меня ведь и анус есть. И тишина такая. Цвет моих валов... Валов, господи. Цвет моих валов словно утреннее небо. Ладно, она должна быть милой. После дождя голос, как у самого мудрого человека, а лицо с самой прекрасной улыбкой на свете. А еще я охеренно скромная. Ха-ха, это была шутка. Не существует таких людей. Ха-ха, это была не шутка, я и не человек. Я лучший во многих сферах деятельности. А еще я скромная, повторюсь. Писка, да, и да. Ясно, чат, ясно. Скажи мне, пожалуйста, а зачем роботу-аналитику такие огромные ски? Как же мне объяснить это тому, кто не разбирается в данной сфере? Слышь, это обидно вообще-то. Сзади кто-то подбегает к вам. Управляющий управляющий. Да ладно. Короче, это демка игры, которая через Kickstarter разрабатывается. Она вроде как полностью какая-то конченая и упоротая. Я не знаю, про что она, но по трейлеру я понял, что я вообще ничего не понимаю в этой жизни. А чё, и все серьезно? Это же просто. Так, собирайте спички, чтобы зажечь свой пердеж. Нажмите D, чтобы рвануть на пердеж. Хорошо, ладно. Так, нажмите E, чтобы остановить врага. Прыгай, твари, кусок. Облизывай, блядь. Так, все, начинаем гореть. Самый деградантский крик был за последнее время на канале.
на Д пукнуть, если что, враг догонит. Я знаю, типа, я знаю, не беси меня. А пипец, как долго копится, типа, я разбираюсь, как пердеть. Я в этом эксперт, детка. Так, бензин, масло, воду. Сука, кто это залил вообще контакт? Хорошо, хорошо, ладно. Типа... Алло, дебил, стой! Алло, слышь? Бать, ты нормально там? Бать! Дебил, бать, ваш, вы что творите? Бензин кончился. Лобовуха это разбил, поцарапал или комары? Я не знаю. Кто-то там в поле выехал. А я, как обычно, просто сломал игру. Вылези, вылези обратно. Я в нарезочке видел. Тут всю игру, тут вообще можно без нарезочек просто все выкладывать. Это такая... блять, что? Просто что происходит? Ты знаешь, в прошлый раз оно как-то постепенно начинало, а сейчас оно сразу вот это делает. Я не хочу. Ладно, я хочу, ладно. Господь всемогущий, я ебанулся. Все хорошо, родной, все хорошо. Давай еще раз. Лол, это смешно. Если честно, это была просто охеренная игра. Совершенно не жалею своего вынесенного мозга. Мне очень понравилось. У меня полная пустота внутри. Я пуст внутри. Пустоват, я бы сказал. Вот такие вот дела. Обычно я там как-то пытаюсь вердикт вынести. Тут просто вот. Я думаю... Такая тишина стоит такая. Я думаю, что это прекрасный повод попрощаться с вами. Я, конечно, сегодня не показал вам минет. Но, типа, мы просто не успели. Мы с вами сегодня посмотрели хорошие, плохие и странные игры. На самом деле, первого было больше, чем остального. Боже, как я тупел, серьезно. Я сижу и просто гружусь, пытаюсь как-то, блин, прийти в себя после всего этого дерьма. Было реально круто, мне понравилась Джеллоп, я в ней обязательно еще поиграю. Про минет мы тоже с вами еще поговорим. Мне понравилась игра про пердежника, на удивление, типа, она была очень залипательная. Она очень примитивная, но, типа, залипать в нее, особенно в коопе, будет весело. Мне нравится Батл Рояль, он корявый, херовый, но мне он нравится, серьезно. Я могу прямо это сказать. Типа, он херовый, корявый Батл Рояль, который мне все-таки нравится. Собственно, это все, что я хотел вам сказать. А теперь, пока вы все еще здесь, я внезапно исчезаю и хочу сказать вам, что вы все солнышки, хотя, конечно, лечиться надо. Не бережете вы себя, не бережете. Между тем, увидимся в других видео на канале. Собственно, на этом все. До свидания. Всем мира и благополучия. Всем пока.